никакой связи. Почему у меня до сих пор нет склада грязи? И почему я не играю в покер в казино? Наверное, потому что оно запрещено. Но почему-то совсем не везде. Только у царя можно все во дворце. И вино дивноморское, и кальянное неброское. Диванчики красивые везде. По цене двух квартир и амфитеатр, где рыцарский турнир, шесть для стриптиза, винные поля. Откуда все это, не знаю я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зачем огромный цех для обработки яиц? Наверное, есть и ферма для самых важных птиц. Позолоченные ёршики, хоккейная площадка. Останется все это огромной загадкой. А ведь самая крутая